Вот решили из манго сделать тоже оладики, такие сладкие. Сейчас я натру на терке, добавлю сахар, 2 яйца, муку, размешаю все, как тесто, да, ванильный сахар тоже добавлю и тоже попробуем пожарить их. Так, добавили 2 яйца и размешала сахар, ванильный сахар и добавляем муку. Я все перемешаю. Все, я добавила муки. Ну, я на глаз делала, чтобы такое густое было. И сейчас будем жарить. Так, вот я разрезала. Это у нас оладики. Как бы оладики с манго. Манго. Очень легко сделать рецепт. Раз-раз, быстро пожарил. Пробовали мы уже. Вкусно получилось. Нам понравилось. Приятного аппетита. Пока-пока.